Всем привет! Мы на открытой тренировке с Алтилаева перед плей-офф. Сыграем совсем скоро с Адмиралом. Но сейчас есть уникальная возможность в нашем специальном выпуске заглянуть в раздевалку перед самой тренировкой. Мы специально приехали пораньше, чтобы узнать, что же тренер там говорит ребятам. Поэтому сейчас совсем через пару секунд заглянем, посмотрим установку. Пойдемте. А сейчас поговорим с самым общительным и популярным в социальных сетях игроком хоккейного клуба Салтилаев Сергеем Шмелевым. В этом году он не только лучший бомбардир, но и больше всех пользуется популярностью среди журналистов и СМИ, поэтому сейчас, естественно, мы зададим ему вопрос. А сейчас мы уже в пресс-центре. В Уфе очень любят журналисты, поэтому каждый матч, абсолютно каждый матч, накрывает классный вкусный стол, поэтому мы можем видеть за моей спиной, как уже сейчас все журналисты готовятся к открытой тренировке. Поэтому сейчас мы к ним подойдем, узнаем, как вкусно ли кормят, кстати. Артем Котишев, комментатор БСТ. Смущайте людей. Бывает такое. Как вам питание на Уфа-арене для журналистов, для прессы? Прекрасно, спасибо. Сегодня второй день, я держу пост. Поэтому... Какой? А, ну вино это? Нет, это композик. Но второй день пост держу, поэтому все для нас есть, пост, для тех, кто держит пост. Большое спасибо за то, что предусмотрели. Я покушал картошечку, перчик. И грибочки. Ну, про нас хорошо скажете, ну вы же сытый. Я всегда Слава Тилаев хорошо говорю. Я говорил хорошо про Слава Тилаев до того, как стали кормить? Начали кормить журналистов, поэтому вопросов нет. Еще пошли. Коллеги, очень приятного аппетита вам. Тарелочка самая вкусная. Как питание? Великолепно. Я, правда, на диете, но... Я не могу не смеяться. Что смешно? Так я тоже. Коллеги. Не удержался. Вот грибочки очень вкусные. Сыр прям. А что больше всего нравится? Ну вот грибы очень понравились. Наша главная задача, чтобы они не узнали, о чем мы говорим, что мы хотим. Это плей-офф, мы должны все максимально скрыть и спрятать от них, чтобы они не поняли, чего мы хотим добиться. Всех перед плей-офф волнует, естественно, самый главный вопрос. Кто же будет основным голкипером? Мы сейчас на тренировке. Естественно, мы уже все узнали. И буквально через пару секунд вам все покажем. Так, вот. Все, все. Сняли, есть у нас, да? Четко. Все четко. У нас одно из лучших оборудований в лиге, поэтому благодаря этой нашей спецтехнике мы сейчас можем в любом месте сделать зум и услышать, что говорят игроки между собой. А если вы заметили, у меня классная кепка. И, кстати, заходите в наш магазин Shop Салават и покупайте обязательно. А сейчас послушаем. Брат, как ты? Брат, у меня для тебя крутая новость. Я записал кальянный рэп. О, ты теперь станешь еще богаче? Поздравляю. И теперь кальянный рэпер. Смотри, считай, голкипера показали, в раздевалку зашли. Сейчас я предлагаю врачу сказать, что главное оружие каждой команды в плей-офф – это большинство. Сейчас большинство снимаем, никто не показывал, а мы прям покажем кусок, как они большинство разыгрывают. Нигде этого нет, реально. Поэтому давай, жду по сигналу. Я прям вот сейчас готов и жду. Давай. Сейчас фокус настроен. Пишем, работаем. Перед плей-офф, естественно, очень важна это и физическая форма, поэтому заглянули сейчас в спортивный зал команды. Будем смотреть, как парни, какие упражнения делают, как они готовятся, потому что предстоит поездка на Дальний Восток. И, естественно, пообщаемся с тренером по физической подготовке, весьма знаменитым уже в узких кругах. Сейчас все узнаем. Русский, понимаешь? Да. Вот, надо ответить, как мы будем готовиться, prepare for Дальний Восток, for... Far East, Are как звезды. Так как обычно, как всегда. И игроков знает, как знают, как. Так как обычно, все. It's a small gap between games, so what's the most important thing right now? For recovery, all the насос. Насос. И я куплю насос и все. Просто билет, да? На игру! На игру не надо билетом? Нет? Ну ладно тогда. Ладно. Билет надо? Билет есть у меня. Нет, ну дорого.
Шакир, билеты есть у меня на хоккей. Ты придешь? Не пропустишь, мать? Ну ладно, тогда билеты разыграем мы тогда. Надеюсь, вам понравился наш сюжет. Мы постарались по максимуму сегодня у вас порадовать подробностями с тренировки. Очень много здесь бегали, со всех точек снимали, потому что и много секретов, естественно, для вас раскрыли, потому что совсем скоро плей-офф, вам всем все интересно, и поэтому сейчас дополнительно для всех вас мы объявляем розыгрыш билетов. Тем, кто оставит на нашем YouTube-канале самый смешной комментарий к этому выпуску, мы, естественно, выберем, и те ребята, девчата, мальчатки, девчонки пойдут на хоккей, поэтому участвуйте, пишите смешно. Не смешно, не пишите. Спасибо.